И вот мы вам показываем те места, которые можно говорить, что это автомобильные центры. За моей спиной автоцентр «Фаворит». Потому что здесь не только вам продаются масла и все остальное. Здесь все это дело и устанавливается. И перед тем, как мы вам продемонстрируем то, чем сейчас заработает «Фаворит», мы вам скажем. Вот для начала, перед тем, как вы получите удовольствие, необходимо вам пройти замечательную мойку. Вот она может быть здесь. Обыкновенная, простая мойка. По одной простой причине. Дело в чем заключается. Ни в один центр вас не пустят, если вы не прошли моечку. Поэтому прежде чем что-то сделать, зайдите, пожалуйста, сюда и помойте свою машину. А уж потом, уж поверьте мне, вас ожидает много-много чего интересного. И где этот центр находится? Напомним, хотя я здесь частый гость, где это? Дорога на Соленое. Место Шурави и «Фаворит» центра. Вы видели и вы поймете, что сегодня и сейчас работать с центром «Фаворит» более чем выгодно. Вот то, что находится за моей спиной, такого вообще нигде нету. Вообще. Чтобы такое количество масла было здесь. Конечно, все говорят, мы масло вам поменяем. Ну и меняйте. Зато здесь любое масло на любые иномарки и на отечественные двигатели вы меняете легко. На сколько машин вы можете сегодня поменять масло? В данный момент мы можем обслужить 4 машины сразу. 3, возможно, поднять на подъемниках и одни более тяжелые на яме здесь. Тоже процедура, в принципе, не сильно сложная. Вот, допустим, поменять аккумулятор, да? Под капотом. Я прекрасно понимаю, что вы и сами можете это сделать, но тот, кто не может сделать, приезжайте сюда. Огромное количество аккумуляторов. В очередной раз скажу, что аккумуляторов здесь больше, чем где-либо. Это точно знаю. Так вот, вам здесь аккумуляторы поменяют легко. Только под капотом, на отечественный автомобиль и иномарки. Ну, в принципе, да, на любую машину, потому что у нас аккумулятор ставится под капот, в иномарке, в багажник и под сиденье. Но мы говорим про то, что можно под капот поставить. Под капот, да, это элементарно, без вопросов. А теперь замечательный вариант. Я, конечно, понимаю, что масло поменять это как бы не сильно дорого, хотя вы и сами можете это сделать. Но с другой стороны, тоже приятно. Аккумулятор вы сами тоже можете сделать, поменять, если у вас руки есть. А вот с остальными делами, то есть, допустим, стартер поменять на отечественные машины и иномарки. Сколько денег обойдется? Очень-очень много. И уж поверьте мне, вот к цене вопроса, допустим, да, еще 1000 рублей за замену масла, за замену стартера, это как-то сложновато будет. Так вот, если вы покупаете стартера здесь, все вам поставят бесплатно. Ну, в течение месяца, естественно. Стартерами вы занимаетесь? Да, ремонтируем стартеры и на наши, и как бы, ну, на иномарки тоже. Я вообще обратил внимание, что здесь как-то все красиво, да? Вы нормально одеваетесь, так же, как и я, в принципе, а на улице уже немножко прохладновато. Вот. Но тем не менее, если мы купили стартеры на отечественные машины и на иномарки, вы это ставите? Да, конечно, устанавливаем и на наши, и на иномарки без проблем. Все профессионально, как бы качественно. Так вот, что чаще всего у вас изнашивается? Ну, чаще всего у вас изнашивается масло, естественно. Ну, если купили масло здесь, вам его здесь поменяют. Затем уже у вас изнашиваются тормозные колодки. А хотели вы их поменять, передние колодки? Ну, попробуйте, если получится. Потому что там сложности возникают. Когда вы туда залазите, там нужна такая штука, как сборка суппорта. А это только, получается, ну, другая штука нужна. Если она у вас есть, опять же. Если нет, ну все, вы тогда попали. Так вот, если вы сегодня сейчас покупаете тормозные колодки на переднюю часть вашего автомобиля, то здесь их поменяют абсолютно бесплатно на отечественные автомобили и иномарки. Как-то жестко. А как вы хотели? Ведь «Фаворит» это еще и сервис. И народ отсюда никуда не бежит. А вас сюда не пустят. Но меня сюда пустили. Я вам сейчас расскажу. То, что запасные части на иномарки здесь стоят ровно столько же, сколько во всем городе. Нету такого. И уж простите, если кто-то вам в дилерских центрах начинает наезжать, то уж поверьте мне, здесь этим делом не занимаюсь. Здесь просто ваши машины ремонтируют. Это здесь и делается. Я вам уже показал. Вот. Конечно, было бы хорошо, если вы сами это смогли сделать. Но не в том... Не та судьба. А так вот, о чем мы сейчас говорим. И передние, и задние... амортизаторы здесь ремонтируются. Мало того, если вы их покупаете здесь их покупаете, то в течение
сентября месяца вам их ставят абсолютно бесплатно и на перед, и назад, и на отечественные автомобили, и на иномарки в том числе. Передние стойки и задние стойки, все приспособления, все съемники у нас есть без проблем. То есть и на отечественные, и на иномарки? Да, и на отечественные, и на иномарки. Весьма интересная тема — замена свечей и зажигания. Опять же, если вы их здесь купите, то вам их поставят абсолютно бесплатно. Но на отечественные машины. По одной простой причине. Вот. На иномарке, вот это вообще другая тема. И на некоторые машины вы свечки можете, например, практически полдня разбирать. То есть, если это Subaru Forester, туда залезть, сюда залезть, нормально. Теперь другая тема. Допустим, если вы свечки поменяете на Nissan Skyline, там почти половину все надо разобрать. Поэтому извините, пожалуйста. Вот свечки зажигания здесь меняются только на отечественные машины, если вы их купили здесь же. Я, конечно, понимаю, что гораздо проще свечки поставить у нас, потому что это в реальности. Но не каждый может, потому что, вот, допустим, угол опережения зажигания, это же тоже надо потихонечку, да, там вымерить все. Автомеханик должен знать это. Вы это делаете? Это мы делаем, также устанавливаем зазоры, если нужно будет. Свечи также клиенты приобретают в магазине, устанавливаем на наши отечественные машины. Абсолютно бесплатно, да? Бесплатно. Вот этого я не знаю по одной простой причине. Я не ездил на отечественных автомобилях вообще. То есть мои последние машины, отечественные, которые были, я их купил новые, естественно. Вот там блоки управления зажигания их не было, потому что они работали на карбюраторе. Вот. Потом мы ездили уже на Волге 3102, там вот эта штука и была. Но пока я туда не лазил. Вот. Я не знаю, где это находится. Да и вы, наверное, тоже не знаете. Ну так вам и не нужно это дело знать. Потому что пока вы все это дело купили здесь, в автоцентре «Фаворит», вам все это дело бесплатно установят. Но опять же время, сентябрь месяц. А это очень хорошо, что «Фаворит» понял телевидение. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и 1 000 000 прочитать. Конечно, вслед за автостопом появятся конкуренты. Но мы, по сути, единственная в мире передача, которую ведет один человек. И мы готовы к стёбу. Конкуренты рядом не стоят. Да они рано или поздно крякнут, а мы-то нет. Так что думайте, господа предприниматели. Понятно, что и мой сын это понял. То есть мы сюда приезжаем и получаем, да не просто удовольствие. То есть, если вы внимательно следите за своим автомобилем, то вот время-то небольшое, но тем не менее, целый сентябрь вы сюда можете приехать и поменять все. Причем поменять все на халяву. А теперь куда мы приехали? Это настоящий автоцентр, «Фаворит». Потому что вы здесь все купили, причем я вам объясняю, что ценники на запасные части, они абсолютно недороги. Примерно столько же, сколько стоит во всем городе. И все это прекрасно поменяли. И на марки в том числе.